Ульяновские ватерполисты вновь впереди. Спортсмены организовали первый в своем роде чемпионат Ульяновской ватерпольной лиги. Игроки – не профессиональные спортсмены. Это парни, для которых водное поло – больше, чем просто хобби. В чемпионате соревнуются чуть больше 50 человек – из Ульяновска и Димитровграда. Первый круг прошел в бассейне «Спартак». На втором круге ульяновцы отправились в город атомщиков. Вот эти стыковые встречи, игры в рамках чемпионата Ульяновской ватерпольной лиги, они важны и интересны для развития этого вида спорта в Ульяновске. Потому что мы друг с другом имеем возможность сыграть, может быть, даже на порядок интереснее, чем во время обычных тренировок, когда мы видим друг друга в бассейне, но играем на разных площадках. Димитровградцы играют в мини-водное поло много лет, но всегда между собой. Поэтому приезду ребят из областного центра обрадовались. Да и ульяновцы были приятно удивлены не только игрой оппонентов, но и бассейном. В 25-метровом бассейне «Дельфин» играть оказалось так же комфортно, как и в 50-метровом «Спартаке». Наша команда дала бой, и достаточно, я считаю, что мы хорошо сыграли, несмотря на проигрыш, но уже с таким минимальным отрывом. С каждой игрой мы все-таки прибавляем. За игрой спортсменов пристально следили болельщики, родные и просто любители этого вида спорта. Супруга одного из игроков, Александра, надеется, что и дети пойдут по стопам папы. Очень интересно смотреть, наблюдать за игрой. Болеем всей семьей, присутствуют наши дети. Выращиваем молодое поколение, так скажем, и спортивный дух, болеем за папу. По итогам выездных игр ульяновцы оказались впереди. Димитровградцы не расстраиваются. Для них это огромный опыт. А тем временем чемпионат продолжается. Завершится он в мае. Победителей выберут по количеству очков за все сыгранные матчи. А уже летом в планах организаторов разыграть среди победителей суперкубок по мини-водному поло на открытой воде. Анна Тищенко, Александр Кудряшов, Ул-Правда ТВ.